Центр кластерного развития туризма при поддержке Департамента по культуре Смоленской области запустил программу «Академия профессионального гостеприимства». Цель проекта – объединить в единые кластеры всех, кто так или иначе причастен к туристической индустрии. Это общественные организации, учебные заведения, музеи, заповедники и национальные парки, индивидуальные предприниматели из области общественного питания и гостиничного бизнеса, журналисты и рекламщики. 17 специалистов проехали по маршруту Смоленск-Новоспасская Десногорск. После ряда экскурсий они встретились с руководителями администрации Десногорска. Гости представили презентацию о работе проекта развития туризма на Смоленщине и поделились первыми впечатлениями о привлекательности Десногорска как туристического объекта. Привлекли те базы отдыха, которые мы сегодня увидели, поскольку это действительно очень комфортный отдых. Я бы даже сказала, что европейского уровня, да, мы увидели объекты, которые могут достаточно хорошим сервисом гордиться. Вот. Также нас сам город Десногорск впечатляет, поскольку это молодой, динамичный город. Ну и, в принципе, производственный туризм – это сегодня тренд. И поэтому я думаю, что у всего этого есть большой потенциал и большое будущее. Администрация Десногорска неоднократно заявляла, что в нашем городе есть большой потенциал для развития туристического бизнеса. Заместитель главы Александр Новиков отметил, что Десногорск сам может быть объектом для туристов. У нас есть очень много интересных памятников, есть очень много интересных памятных мест. Есть два больших плюса у нас – это Десногорское водохранилище и Смоленская атомная станция. Встреча специалистов администрации с участниками проектно-аналитической экспедиции проходила в форме взаимного диалога, и у экспертов сложилось определенное мнение. Чувствуется, что потенциал здесь, разумеется, есть. Очень радует, что присутствуют интерактивные программы. Сейчас это очень популярное направление. Есть запрос как раз-таки от туристических групп. Соответственно, уже есть наработки кое-какие. И, скорее всего, Десногорск будет включен в новые туристические маршруты по Смоленской области. Участники совещания пришли к единому мнению, что они нашли объект для дальнейшего плодотворного взаимодействия.